Яблоко лопнет, Явлинский эмигрирует, он не будет президентом. Поэтому что НДР представлено, Черномырдин уже есть. Вот остается в правительстве представить фракцию коммунистов и нашу. Вот все три фракции будут представлены. НДР превратится в партию консерваторов, коммунисты в партию социалистов и ЛДПР на патриотическом направлении. И вот сейчас, когда казино, рулетка и бизнесмены на своих шикарных автомобилях подъезжают сюда к Думе, это вызывает у людей не самые лучшие впечатления. Товарищ Симанко может не закрываться газеты, всем ясно, о ком идет речь, так сказать. Но это хорошо, когда коммунист превращается в демократа, и тут же он патриот. Он патриот, что это русская рулетка на Таганке. И он сам там промывает столы, он как социалист работает, он никого в наем-то не берет. В одном лице, так сказать. И буржуа, и коммунист, и патриот, все вместе. Умрет в трех гробах, будем проводить, сразу, по всем направлениям. Вот мои докладные записки 67-го года. Где Горбачев был в это время? Где он бегал? За трактором? На Старополе? Что он делал? Комсомол? Вместе с Собчаком они там бегали. Собчак в Новочеркасске, а он там в городе Ставрополь. А я здесь, в Москве, уже занимался политической этой деятельностью. Это все легко проследить. Но у него спросите, он же последний генсек. Он вам скажет, что близко, надо бы мне не воспринимал Горбачев. И никогда к коммунистам не имел отношения.